Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Водительские удостоверения, действие которых заканчивается в период с 1 февраля по 15 июля этого года, будут легальны до конца 2020-го. То есть водить авто по ним можно до 31 декабря, и, соответственно, до этой же даты их необходимо заменить. Соответствующий приказ издало Министерство внутренних дел, поблажки, обусловленные распространением коронавируса. Добавлю, обычно за права с истекшим сроком действия наказывают штрафом от 5 до 15 тысяч рублей. Трасса 101. Не пора ли повысить штрафы ГИБДД, подумали представители одного из общественных движений. Ну а что, жизнь налаживается, коронавирус отступает, россияне богатеют. Инициатива касается взысканий за некоторые нарушения. Например, за проезд на красный 5000 рублей вместо нынешней 1000 и за использование подложных регистрационных знаков, та же пятерка вместо 2000. Добавлю, сейчас в разработке находится законопроект, который увеличит штраф за отказ от освидетельствования с 30 тысяч до 50 тысяч рублей. Трасса 101. Госавтоинспекция рекомендует водителям воздержаться от длительных поездок в жаркую погоду. Если ехать все-таки надо, то лучше отправляться в путь рано утром или уже после захода солнца. Да, кондиционер, разумеется, помогает, но его длительное использование может привести к ухудшению самочувствия. Главное, что нужно иметь, когда столбик термометра поднимается до 30 и выше, достаточный запас питьевой воды. Трасса 101. ГИБДД начала облаву на автомобили с регистрационными знаками Армении. Как сообщает издание «За рулем», в нашей стране насчитывается около 200 тысяч таких авто. Причин для охоты две. Во-первых, неуплаченные на границе пошлины. Во-вторых, нераспознавание упомянутых номеров нашими дорожными камерами. Трасса 101. «АвтоВАЗ» показал внедорожник «Лада Нива», бывшая «Шевроле Нива». Машина, как и ожидалось, не изменилась, разве что фирменную эмблему тольяттинского завода разместили на решетке радиатора и на рулевом колесе. Сроки появления автомобиля в продаже и его стоимость неизвестны. Между тем, у дилеров еще имеются запасы новых «Шиви Нива». Начальный ценник – 675 тысяч рублей. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». До свидания. Трасса 101.